звичайний вечір у звичайній сім'ї. Але і в такі вечори може трапитися будь-що. Читай еще раз условия задачи. 33 землекопа. Чего? 33 землекопа. Три землекопа. Что они делают? Копают. Копают. Так, ладно. Давай с письма начнем. Так. Господи, отец тракторист. Мать прачка. В кого он такой дебил? Мама, да. В школу сказали принести 400 гривен. О, а где мама их возьмет, не сказали? Маме что, на панель идти? Твоей родной сестре хлеб отнимать? Мам. Не мамкай, учи уроки. Сопля, выходи! Как стопе? А кто это у нас сопля? Это кто такие клички придумывает? Князь. А я не поняла. А чё тут ты сопля, а он князь? Так, я сейчас пойду этому князю. Да уши-то и пообрываю. Шутер, мам, сопли идёт! Я тебе дам, мать, сопли. Мама, можно я мультики посмотрю? А мультики? Здрасте, соседи. Чего опять орёте? А чтоб было вам чё по трелью послушать? Чё пришла? Соль займете? Я не понимаю. Вы каждый день к нам приходите за солью. Вы что, лоси? Что, уроки учите? А мой в приставку играет. Так, я знаете, что вам скажу? Что? Балуете вы своего князя. Соль взяла? Взяла. Чеши отсюда, княгиня. Ушок, 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 ушок. Ну не ест, зараза, прям ничего, но ничего. Валера придет, разогрею. Все, привет! Привет, пап! О, сопля старший пришел. Ешь давай, садись. Вкусно? Ага. Соседка приходила. О, че соседка? Здорово, зашел. Не как жена, не как дети. Че соседка? Что соседка? Как соседка? Нет. Прям я не знаю. Что ты начинаешь? Я еще и начинаю. Я еще и начинаю. Нет, ну что ты? Это пошел. Слышь, я это... А. Жену Егорова видел? А. Она там поправилась. Где ты видел? Деньги на улице видел. Че, прям сильно поправилась? Вот такая вот! А тебе лишь бы по улице походить, на бабку заглядывать. И тебе своего дома, что ли, нету? Пришел баба, прямо дай телевизор посмотреть. 293-25-25. Муж на час. О, Валера, учись. Целый час. Люб, это не про ли. Да хоть бы про электрика. Он у нас замок уже какой месяц не работает. Уже, я не знаю, уже двоих убила. Хорошо, что две крысы. И нету их. А если б люди? Так, иди резиновый коврик постели. Сейчас моя мама приедет. О, а может тогда не надо стелить? Я тебе сейчас пошучу. Что ты любо поразбрасывала эту обувь по всей квартире, по коридору пройти не один? Что за дождь, наказание какое? Мама, а что ты на меня кричишь, как будто я тебе не родную? Ай, не мамкай! Где мой внучек? Бабушка! Иди поцелуй бабушку. Бабушка! Иди поцелуй бабушку. Бабушка, можно я мультик посмотрю? Какой? Про Рапунцель. Это что, еще за цу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 
Они доброте учат. Вот хотя бы эта дочь, помнишь? Да-да-да-да-да. Пусть мама услышит, пусть мама поймет. Подожди. Пусть мама меня непременно.
сына найдет. Подожди. И так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Мама. Ты дашь мне с бабушкой поговорить, ты мила кусок. А ты для Арина внука. О, пожалуйста, ты понял. Да, я не понял, что тут все разорались. А ты что приплюсь? А ты со мной что говоришь? Люди, а я не понял, что ли, человек что ли? Незважаючи ні на що, на сцені знаходяться близькі один одному люди, учасники театру, естрадні мініатюри, самі свої. Існя і ти, а що ж на кровь?